Более 1000 человек из 40 регионов страны приехали в Чувашию на Всероссийскую спартакиаду трудящихся. Сегодня прошел первый день соревнований. В программе всего 9 видов спорта – армрестлинг, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, перетягивание каната. Наша съемочная группа побывала в Новочебоксарской спортивной школе номер 3. Чувашия уже неоднократно становилась центром проведения крупных российских и международных спортивных соревнований. Но спартакиада трудящихся проводится в регионе впервые. Сюда приехали лучшие из лучших победителей региональных этапов. Светлана приехала в Новочебоксарск в составе ростовской команды. Дистанцию в 800 метров ей удалось преодолеть за 2 минуты и 21 секунду. Она стала первой в своем забеге и второй в финальном. Спорт помогает во всем, в том числе и в работе. Поэтому движение – это жизнь, это однозначно. Для меня это немножко коротковатый бег. Вот, я, конечно, люблю бегать побольше. Но я рада, что сегодня получилось сделать все, что смогла. Елена работает в ядерном центре в Сарове. Со спортом дружит еще со школы. Даже при большой занятости успевает тренироваться. У нас есть стадион новый, классный. Да, после работы сразу туда бегом, а там меня муж с ребенком забирает. Мальвина на спартакиаде представляет чувашский филиал Сбербанка. Ей не хватило всего 4 секунд, чтобы занять на пьедестале первое место. А от второго ее отделяют всего 2 секунды. Она пробежала 800 метров с результатом 2 минуты 23 секунды. Я не ожидала, что я попаду в тройку. Теперь я буду тренироваться стабильно. После работы буду выходить бегать. Девиз спартакиады – быстрее, выше, сильнее. Но здесь не обязательно устанавливать мировые рекорды. Всероссийская спартакиада – это большой спортивный праздник, здоровый образ жизни и командный дух.